Доброе утро. Тусенька ко мне пришла. Котики уже поели. Правда, в 6 утра поели. Сейчас 11, они уже тоже поели. Там он Абширон бесится. А, нет, это не Абширон, это Крестюха. Тут у меня Тусенька лежит. Пришла за нежностями. Котики, котики. Мои вы котики и обормотики. Антидепрессанты. Клапки сложила. Ну что, пошла я поковыряюсь в своей клумбе. Ирисы посажу. Что я вчера купила? Еще нарциссы, тюльпаны. В общем, пошла. Вернулась я. Сейчас быстренько сверху покажу вам, что сделала. Ну, в принципе, посадила, все так немножко прорыхлила. Ничего особенного. И типа показала. Так, ну все, котята пошли гулять, а мне надо в магазин еще быстро сбегать. Фиалки. Вот они осенью начинают у меня цвести. Не знаю, так у всех, наверное, когда у них пора цветения. Все, открыла окно, гуляем. Вариантов нет. Ладно, жду. Так, еще раз всем привет. Так, зияющую дыру закрыла. Показываю свои покупки. Значит, что купила? Хлеб. 48, он, по-моему, рублей. Геркулесовый. Сейчас будем делать тосты. Хлебцы, зерница по 15 рублей. Молоко. Пастеризованное. У нас в Пятерке продается кокосовое молоко. Баночка по 119 рублей. А это, по-моему, 49 что-то такое. Но я кофе не пью, поэтому что мне кокосовое молоко? Его добавляют в кофе, сейчас модно. Кабачки 3 штуки. Волна. Если вы видите, да, кабачки и плавленый сырок, то уже понимаете, наверное, ну, кто-то уже понимает, кто-то нет. Буду готовить по рецепту Монро. Кабачковую намазку с сырками. Ну, такая разновидность кабачковой икры, просто с добавлением плавленого сырка. Я почему-то уверена, что будет вкусно. Яблочки отечественные. Так, Дуцелянда, двигайся. Двигай булочками своими. Морковушка. Туда же свекла и королева осени, тыква. Такая вот огромная на 118 рублей. Сейчас скажу, что почем. Тыква-батат стоит у нас 1 килограмм 49,99. У меня эта тыква вышла в ней 2 килограмма 370 грамм. Но на самом деле тыкву можно заморозить и готовить по необходимости. То есть нарезать сразу кусочками и почистить, нарезать и частично заморозить. Я люблю тыквенный суп. Я люблю вообще тыкву как гарнир. То есть, в принципе, я люблю тыкву. Если вы не любите тыкву, что? Правильно, вы не умеете ее готовить. У котов разборки. То же самое с кабачками и баклажанами. Если вы их не любите, вы их просто не умеете готовить. Дальше. Свекла у нас килограмм стоит 20,99, у меня на 15,85. Морковь стоит у нас килограмм 24,99, у меня на 12,50. Яблоко сезонное стоит 56,99. Блин, если 99, вот честное слово. А у меня на 52,72 яблоки. Кабачки килограмм 59,99, у меня на 76,79. Там всего 3 кабачка, видите, килограмм 280 грамм.
Молоко 54,99, хлеб 48,99, сыр. Охренеть! Слушайте, я последний раз, наверное, покупала плавленый сыр. Я, по-моему, помню, что он рублей 15-20 стоил. Знаете, сколько стоит плавленый сырок? В Золотом Подмосковье. 35,99. Мать моя женщина. Ну и хлебцы 15,99. Короче, все про все вышло на 468 рублей. Ну ничего, так сегодня я, по-моему, очень даже миленько закупилась. Ну так я, по сути, только одни овощи купила. И, в принципе, для овощей, хлеба и молока, мне кажется, все-таки это как-то многовато. Что поделаешь? Жизнь дорожает! Все, сейчас буду завтракать. Так, раскладываю свои покупки. И вчера жарила... У меня тут перец, баклажаны, лук и куриная грудка. Сейчас разогрею, будет у меня завтрак. Дуся. Ну и баклажаны тоже вчера делала. Да. Надо сегодня доснимать полностью эти светок. Хотя, в принципе, погода стоит неплохая. Ну сколько она еще такая продержится? Ладно, пусть пока на ветках стоят. Здравствуй, морда. А ты мне сейчас морды весь кадр закрыл, да? Моя солнышко. Моя мордочка. В общем, все, сейчас буду завтракать. Коты. Мать моя женщина. Ну ладно, 4 уже не так страшно, как было 6, да? Опять же. Это уже не так страшно. Все, я завтракать. Ну что, дела свои я закончила сегодня рабочие. Буду обрабатывать свои покупки. Значит, сейчас делаю намазку из кабачков. Не буду уже снимать, но потому что это уже явно плагиат. Тем более я сказала, какого блогера это есть. И обработаю тыкву. Порежу, расфасую по пакетикам. Дуся опять пришла. А это мой ужин. Персик. Нектарин и яблочко. Это Дусе нужен. Вкусно? Вкусно было? Дус, тебе вкусно? Думаю, да. Блин, кабачки все не поместились. Было всего 3. И не поместилось. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас тогда вот эту партию обжарю, потом эту, потом все добавлю. Сырочек, специи, солюшка, перебландерим, и будет красота. Персики мои. Персик, это нектарин. Хороши. А тыкву буду морозить. А что вы такие? Что такое случилось? Сами себя испугались? Я закрываю окно, потому что ветерок все равно уже, знаете ли, не летний. В принципе, все уже в курточках. Ага, и сейчас прямо в кадре вот выходит из-за машины мальчик в футболке. Ну вот. А я тут рассказываю про то, что все уже в куртках. Но солнышко приятное. Время 4 часа. Я, собственно говоря, занимаюсь сегодня больше по хозяйству, готовкой. Ну что делать, это тоже приятные хлопоты. Все, на этом с вами буду прощаться. Хорошего всем дня. Хорошего вечера. Я, в принципе, 4 часа дня. Это же такой сомнительный вечер.
уложилась вчера. Вчера уложилась, легла спать и... Гладко, естественно, преобразилась. Идет. Все, на этом со всеми попрощаюсь. У меня персик. Жизнь прекрасна. Вам хорошего дня, хорошего вечера. Любого времени суток. Главное, чтобы оно было хорошим. Ох уж это слово. Хорошее. Мои хорошие. Вспомнила миниатюру картунковой. Там они пародию на голос сделали, ну что-то такое на передаче. Вот она там встречала тех, кто выходил из зала, там, тех, кто выступил уже. И она им все время говорила: мои хорошие, какие вы хорошие. Это хорошо. Ну, это я так сегодня. Все. Я же прощаюсь. Все, всем пока-пока.